Всем доброе утро, мои дорогие. Я только что проснулась, на часах 6 утра. Вот. Буду на работу собираться. Денечек у меня прошел. Вчерашний выходной супер. А еще, знаете что? Мне так нравится то, что меня ценят на работе. И ставят... Короче, у нас было собрание... И меня поставили в пример, как я с людьми общаюсь. Похвалили меня при всех, несмотря на то, что я работаю там неделю. Ну, уже 2 недели. Вообще, это так здорово. Цепочку вчера себе купила. Видите? Блестит так. Мне нравится. Серебро очень нравится. Львенка купила, я же лев. Ой, кайфово оно так. Вот. И думала вообще сестре, ну, у нее 11 ноября день рождения у Насти. Вот. Хочу ей браслет золотой подарить. Вот я ей куплю, подарю ей золотой браслет. Мои девочки красавицы. Я их так люблю, что Настю, что Нину, очень сильно люблю. Но иногда бывают такие моменты, когда хочется убить. Вот реально хочется убить. Интересно, а у них бывают такие моменты в жизни? Ладно, пошла я на работу собираться. Ой, я сегодня прям хорошо выгляжу. Вчера отдохнула, вчера целый день самостоятельно гуляла. Вообще такой кайф. Думала. Вчера пыталась записать видос. Ну, и не получилось. Видимо, у меня мысли куда-то улетели, непонятно. Вот, и то, что я пыталась, все очень плохо получилось. И я, в общем, не стала выкладывать никуда. Вот, и... Белочку вчера видела. Такая она красивая. Правда, худенькая. У нас в России не кормят животных, походу. Только собак кормят. И то не всегда. С кошками. А вот диких зверей, которые живут в парках, никто не хочет кормить, походу. Все домики пустые. Ну, в парке там обычно домики есть, где кормят животных. Там голубей, допустим, или белочек. Ну, я вчера 2 белочки видела. Такие они пушистые, такие крутые. В общем, ладно. Все, видос записала. Хорошего вам денечка, мои дорогие. Обнимаю вас. Поделилась с вами радостной новостью. То, что меня на работе похвалили, ценят, меня уважают. Вообще, это дорогого стоит на самом-то деле. Спасибо им. Ой, это просто какой-то кайф на самом-то деле. У меня такой цвет волос, вот свет выключен. От солнца отсвечивает немножко. В 6 утра такой цвет красивый. Волос у меня. Как будто бы я красилась. Но я не красилась. Непонятно. У меня и глаза такие красивые. Ну, я бы вам еще много чего рассказала, конечно. Вот, но я уже сейчас буду опаздывать на работу. Так что целую вас и обнимаю. Пока.